Всем привет, с вами Витя, добро пожаловать на канал. Сегодня мы будем травить нематод хлорокиксидином и добивать их будем спиртом 93%. Посмотрите, какие они живучие гады. Погнали! Вот этих юрких нематод и будем травить вместе с вами. Кстати, спирт поливает же им в два раза. Ну и конечно же под раздачу попадут множество инфузорий. Они и представления не имеют, что же ждет их сейчас. Я думаю, хлоргексидин и спирт сделают свою работу. Никого не оставят, ни инфузорий, ни бактерий в этой капле воде. Все помрут. А также увидим, как антисептики уничтожают всех бактерий. Все почти уничтожат. Будет интересно на это взглянуть. Итак, начнем с хлоргексидина. Добавим одну каплю. Для этого нам вполне одной капли хватит. Видим, что большинство бактерий прекратили свое движение. Двигается только одна водоросль и пару бактерий. На другом участке видим, что бактерии живые. Видимо, антисептик туда еще не добрался. А вот на инфузоре хлоргексидин мало повлиял, ну может малость их замедлил. В общем, эффекта ноль от антисептика я увидел. Яйцо нематода и вовсе не почувствовало на себе хлоргексидин. Итак, пришло время подключить тяжелую артиллерию. Добавим капельку спирта. Он полностью уничтожил инфузории и бактерии. А яйцу нематоде хоть бы что, кокон совсем непробиваемый оказался. Видим нематоду, полностью погруженная в спирте, и совсем не собирается погибать. Наверное, ей понравился наш спирт. Добавим еще одну каплю спирта. Тот же эффект получили, но она еще немного двигается. Еще одну капельку добавим. Ну, вроде бы победили нематоду, но она не сдается, еще немного двигается. Медленное, но уверенное движение есть. Мы нематоду сильно замедлили и теперь можем спокойно рассмотреть ее под микроскопом. Она похожа на питона, не правда ли? Также медленно двигается, никуда не спешит, перепила бедная алкоголь и устала. Взглянем на выжженное спиртом поле. Может, найдем хоть что-то живое. Даже малейшего движения не наблюдаем. К сожалению или к счастью, в живых никого не осталось. Спирт оказался беспощадным к микроорганизму, ведь на то он и спирт, чтобы обеззараживать. Пока я искал выживших на поле боя, у нематоды выскочила шишка возле головы. Шишка образовалась буквально за минуту, ну может за 2 минуты, пока я искал активность на предметном стекле. Ну и добавим последние 2 капли и увидим последнее ее движение. Спирт сделал свое дело. Но мне кажется, если бы не шишка, то она бы выжила после спирта. Вот такой вот ролик получился про спирт и нематоду. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки. До скорой встречи!